В Барнауле открывается служба ранней диагностики аутизма. Она будет работать на базе реабилитационного центра для детей и подростков «Журавлики». Пройти необходимую диагностику можно совершенно бесплатно. Все, что нужно, это заполнить родителям специальную анкету. Она включает ряд вопросов о здоровье и поведении малыша. По результатам специалисты смогут сказать, нужна ли помощь. При обнаружении проблемы родителям предложат консультацию психологов, а с малышами будут работать логопеды, дефектологи и другие специалисты реабилитационного центра. По словам экспертов, многие родители замечают первые признаки аутизма только на 5-м году жизни ребенка. Благодаря работе социальной службы можно будет выявить эту проблему у детей до года. Ребенок будет воспринимать лучше окружающий мир. Он будет идти на контакт не только с мамой, с папой, он пойдет на контакт с бабушкой и дедушкой, он сможет пойти в детский сад. И уже некоторые дети смогут получить какое-то образование. Зачастую, когда мамочки обращают внимание очень поздно, дети не приспособлены ни к жизни, не адаптированы.